Медики напоминают, угроза заражения ковидом сохраняется. В Люберцах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Как и прежде, прививку можно сделать во всех поликлиниках городского округа и в стационарных пунктах. В одном из них, расположенном в торговом центре «Орбита», побывали мои коллеги. Что первое, что второе, прививку не почувствовал совсем. Сергей Лялек пришел на вторую ревакцинацию. После первого укола, сделанного год назад, мужчина каждые 6 месяцев посещает прививочный пункт, чтобы наверняка защититься от опасного вируса. О пагубном воздействии ковида на организм знает не понаслышке. Лежал в апреле 2020-го в больнице с 30% поражения легких. Я человек, веду здоровый образ жизни, как бы не пью, не курю, пытался привести на ногах, одышка сильная была, эта болезнь очень странная, тяжелая, непонятная. Не хочу больше с этим недугом. Сталкиваться. Да, совершенно верно. Придерживаться принципа «береженого Бог бережет» Сергей советует всем. По рекомендациям врачей, ревакцинацию стоит делать хотя бы раз в год. Особенно важно позаботиться о своем здоровье людям старше 60 лет. Ковид у нас еще не ушел, он не отступает. Конечно, стало меньше количество заболеваемости благодаря первой вакцинации, которую люди проводили. Это все-таки дает какой-то положительный результат. В настоящее время в городском округе работает 3 стационарных пункта вакцинации. В торговых центрах «Орбита», «Светофоры», в центральном МФЦ. Ознакомиться с графиком их работ можно на официальном сайте Люберецкой областной больницы. Кроме того, прививку от коронавируса можно сделать и в любой поликлинике. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.